Приветствуем вас на нашем канале, с вами Лилия Донскова и кот Бакс, который может в любой момент сбежать, но надеюсь, он немножечко с нами посидит. И сегодня второй заказ из самого длинного каталога Oriflame. Это первый каталог, и он идет целых 4 недели, а все остальные всего лишь 3 недели. И второй заказ, чуть больше 100 баллов, 106 баллов, очень-очень приятно. Прислали каталог уже новый, это нужная вещь в нашей работе, потому что если не показывать каталоги, то где же собирать заказы? Пакетик Oriflame. Мне нравится, что этот пакет биоразлагаемый. То есть мы за экологию. И что же у меня в заказе? Ну, как я и говорила, что я закажу еще омегу-3. И пока такое выгодное предложение, взяла еще 2 баночки, итого у меня их уже 3 или 4. Я уже сбила 4. По-моему, 4 баночки. Взяла омегу-3, потому что выгодно сейчас получать по цене, а пить омегу нужно обязательно, особенно в этот сложный такой зимний и грядущий весенний период, когда много инфекций, вирусов и так далее. Поэтому лучше будем пить wellness, чем болеть. Так, заказали мне воду Love Potion. Как получилось? Я пришла к своим клиентам, у меня сразу несколько клиентов в рынке, и я набрызгалась с таким кайфом этой водой, я ее сама прям, не знаю, не могу сказать, что она у меня любимая, но сейчас она мне прям вот в кайф идет, я ее обожаю. Набрызгалась, иду такая вся сексуальная, счастливая, и мне все говорят: ой, как у тебя вкусно пахнет, и один мужчина говорит: как вкусно пахнет, я говорю: правда? Он правда. Я говорю: прям нравится. Я говорю: ну так закажите же мне такой аромат. Открываю новый каталог, показываю этот аромат, говорю: посмотрите, какая на него скидка огромная. Он такой: хочу! И вот он мне заказал этот аромат, поэтому, ну, круто, то, что мы, как говорят, мы сами лицо своей продукции, то есть мы сами продвигаем продукцию, и, как правило, клиенты заказывают то, что они видят на нас, то, что им на нас нравится. Так, далее. Заказали еще у меня 2 крема. Кокос. Как вы думаете, почему? Хожу с кремом, всех мажу этим кремом. Мне он самой очень нравится. Я просто кокос обожаю. Один из моих любимых ароматов. И пробуют и заказывают. Очень приятно. То есть не жалейте продукцию, если у вас что-то есть свое, кладите в сумочку, все, что можно дать, понюхать, попробовать, помазать, хотя бы посмотреть, в руках подержать, ощутить вес этой баночки, да, как оно выглядит, то это нужно обязательно сделать. И, как я говорила, мой любимый сухой шампунь HRX, именно фиолетовый, меня сейчас покорил, сиреневый. Есть зеленый и сиреневый. Для меня зеленый слишком резко сейчас пахнет. Я не знаю, почему. Раньше им пользовалась, было все нормально, а сейчас невозможно. Поэтому взяла фиолетовый этот. Очень приятный, нежный аромат. Хорошо помогает продлить чистоту волос, потому что, согласитесь, что когда волосы длинные, их часто мыть, это тяжело. Мне, чтобы сделать прическу, мне надо помыть волосы минут 15, пока с бальзамом я похожу или с маской. Потом высушить. Ой, кто пришел? Эй, кто пришел? Пока я их высушу, пока уложу, это вот просто полдня. Поэтому я иногда делаю такую вот хитринку. Я просто сбрызгиваю этим шампунем волосы. Его надо сначала потрясти хорошенько, потом распылить на прикорневую зону. Вот так вот взбить руками волосы, расчесать и опять взбить. Все, и они выглядят намного уже чище, как будто только помыла голову. Ну не прям вот как вот помыть голову, но все равно прям вот выручают. Так, дальше. Я заказала целый набор по акции, успела заказать. Королевский бархат. Смотрите, какая прелесть. И по цене он вышел, по-моему, чуть больше 1000, 1100 где-то. 2 крема. Дневной, ночной, маска. Не знаю, какая здесь маска кремовая. Подтягивающую маску для лица. Просто нести на 5 минут и смыть. Значит, это кремовая маска для лица и крем для глаз Королевский бархат. Вот представляете, вся коллекция и так доступна. Поэтому я теперь счастливая обладательница таких кремов. Но решила, что я их не оставлю себе. Сейчас красивенько так все поставлю.
а я их подарю маме. У нас у мамы Мишины день рождения скоро, и мы ей подарим весь этот набор. Как раз мы были недавно в гостях, и я ее спросила, говорю, а как у вас ситуация с уходом за кожей? Она, ой, прям чуть-чуть осталось, скоро скончится, тогда закажу тебе. Она у меня все время что-то заказывает. Вот, и я думаю, ну, раз скоро кончаете, скоро день рождения, то самый лучший подарок будет это как раз вот набор кремов. Ну, еще подберу для умывания средства, и все. Так, что еще? Естественно, заказала две туши термостойкие. Это шикарная тушь, я решила сделать немножечко запас, потому что то, что я брала до этого, уже распродала. Взяла еще две, и думаю, надо еще все-таки взять. У меня есть там парочку 5 в одном с прошлого каталога осталось, с эффектом накладных ресниц. Но я люблю, чтобы тушь была в ассортименте, потому что иногда просят то одну, то другую. И я стараюсь хотя бы парочку, чтобы у меня была в запасе. Такое выгодное вложение, потому что вот если клиенту помочь. Как бы, знаете, вот сейчас расскажу вам историю, чтобы вы поняли. Значит, недавно была ситуация. Мой партнер, моя партнерша Танюша звонит мне и говорит, Лили, что делать? Клиентка заказала воду от Димы Билана. Она в этом каталоге стоит 1300. Я уже у нее приняла заказ, она долго сомневалась, дорого все-таки брать, не брать, но все-таки заказала. Но, говорит, я сейчас получила новый каталог и вижу, что в следующем она будет там, ну, 700 с чем-то рублей. То есть, получается, экономия почти 600 рублей у человека, мы так прикинули. И я говорю, конечно, говорить, конечно, нужно человеку помочь сэкономить деньги. Это, во-первых. Во-вторых, надо обязательно добавить, что, смотри, 600 рублей сэкономила, можешь что-то себе на эти деньги заказать. И так и получилось. Она рассказала о скидке, о том, что только сейчас увидела. Предложила подождать немножко, если не к спеху, потому что бывает иногда, что человеку нужно срочно там какой-то юбилей, день рождения, надо дарить. Если не к спеху, то можно подождать и сэкономить приличную сумму, больше 1500 все-таки. Вот, они так и сделали. Представляете, как классно. Вот то же самое делаю я. Особенно, когда новая клиентка появляется, я стараюсь сначала начать отношения, ну, предложить какую-то выгоду. Показать, что со мной сотрудничать интересно. Например, ей нужна какая-то тушь. В этом каталоге она дорогая. Я говорю, о, у меня есть в запасниках такая точно тушь. С прошлого каталога она всего была вот по такой-то цене. Человек говорит, о, классно, а можно? Я говорю, конечно, можно. Все, я приношу эту тушь, которую человек хочет, отдаю. Пусть, конечно, может быть, не такая большая прибыль, это не важно. Для меня все-таки важнее закрепить клиента за собой, чтобы он у меня стал постоянным, довольным, который меня будет ждать, который не будет не изменять с другими консультантами, потому что много консультантов у нас ходят, ну тоже и предлагают вообще как бы по дистрибьюторской цене, но это просто караул. Но мои клиенты не изменяют мне, потому что со мной все равно выгоднее сотрудничать. И я постоянно прихожу. Так, себе заказала вот эту синенькую, сейчас скажу, это у нас освежающий гель для интимной гигиены. Я его еще не пробовала. Хочу попробовать. Сейчас вот розовый мы уже использовали. У нас сейчас желтенький. Вы знаете, что я заметила? Может быть, кому-то будет полезно. В чем разница? Вот розовый, он гелевый, то есть он прям прозрачный, он мылится, все. А розовый, он кремовый, то есть он прям беленький, ой, не розовый, желтый, он прям беленький, и он так не мылится сильно, и я заметила, что он так сильно не убирает запахи. Как я это заметила? Смотрите, если мы работаем, например, с рыбой, вот то, что сильно пахнет, там, например, селедку разделали, и фу, или лук порезали, и руки будут впитывают эти запахи неприятные, потом так, ну, уже никуда не пойдешь. Даже самой неприятно, прям села так, руку пронесла мимо лица, этот ужасный запах. Я все время после такой готовки, я просто иду в ванную и с интимным гелем мою руки. Все запахи убирает на раз-два. А вот желтый он не убирает. Имейте в виду, но он очень приятный для интимных зон. Он такой мягкий, вот прям супер. Но запахи он так не убирает. Имейте в виду, вот хочу попробовать вот этот вот голубенький и потом расскажу вам свои впечатления. Я думаю, охлаждающий. Ну, не знаю, что тут будет прям морозить, что ли. Освежающий он вообще-то, я перепутала. Так, что дальше? Заказала дочке бальзам с кокосом, но мне их все время просят. Вот именно вот эти бальзамы, и они у нас по 99 рублей в каталоге, по-моему, во вкладыше. Посмотрите,
Очень ей нравится, открывать не буду, он такой, он просто на губах прозрачный, то есть ничего такого не видно. Он очень вкусно пахнет кокосом. И ей нравится, как он лежит на губах. Она говорит, ну они как маслица, такие приятные. Так вот, она все время, как какие-то праздники, она, мама, у тебя есть такие бальзамчики, я девчонкам хочу подарить. То есть ей самой нравится, она им дарит и повторно, то есть у нее просят девчонки, подружки. Поэтому вот взяла один, может быть, еще надо взять, но я у нее спрошу. Взяла еще одну маску-пленку, взяла себе, ну пока поставлю, потому что я перед этим только купила новенькую. Я не знаю, многие пишут, что как бы нет эффекта, ну не многие, а только читаю иногда, что нет эффекта. Ну как нет эффекта, обалденно, прям вот снимаешь маску, кожа совсем другая, она такая гладкая. Я когда первый раз ей сделала, я специально перед этим неделю ничего не делала с лицом, только умывалась Novage средством. И специально вот как бы поднакопила, да, вот чтобы поры подзабились хоть немножко, потому что у меня, в принципе, поры достаточно чистенькие. И я снимаю эту маску, она снимается прям вот чулком толстеньким, она не скукоживается, ее можно прям рассмотреть. И я вижу на ней прям из этих мест, вот где вот поры по шее, прям беленькая, то есть она вынула вот это с первого раза. Но я, конечно, как написано в инструкции, сначала лицо надо распарить. И я прям взяла маленькое полотенце, такое салфеточка. У меня гостевые есть, я такие маленькие даю, чтобы большие не доставать. Я намочила горячей водой, распарила лицо, сразу нанесла эту маску, подержала как положено, сняла, у меня все круто. Если люди пишут, не удаляют черные точки, значит, либо они прям вот сильно забиты поры, и надо время какое-то, чтобы они вот расстались, да, от, как бы, отторгнулись, отторглись, отвязались от наших пор. И просто помогаете коже, распариваете лицо сначала. Ну, я не знаю, мне нравится эта маска. Мне, во-первых, нравится безумно, что она такая черная, очень забавная. Фотки там делаю всякие в сторизы. Ну, не знаю, мне просто нравится. Мне не страшно, мне нравится. Это под заказ от клиентки. Крем антивозрастной, защитным комплексом. Так что тоже рекомендуйте взрослым клиентам, что этот крем, у него очень экономичный расход. Я тоже себе такой брала. Он невероятно круто увлажняет кожу, еще и ухаживает за ней. Ну, приятный кремик. И мне нравится формат небольшой, здесь 50 миллилитров, и его удобно с собой носить. То есть маленький объем, очень удобно с собой носить. И он стоит своих денег, он действительно крутой. Так, что я еще заказала? То есть не я, мне заказала клиентка набор сережек. Это гвоздики. Давайте посмотрим. Я их давно видела. Они находятся во вкладыше каталога. На них сейчас хорошая скидка. Они, конечно, оформлены очень красиво. Смотрите, такая роскошная коробочка. Я вот люблю всю вот эту ботанику, всю прорисованную. Сама рисовать люблю такие штучки. Так, развязываем шикарный бант, эти ленты, такие гламурные, страстные. Открываем ее просто вот как шкатулка. Прям здорово. Я еще когда видела бизнес-центр, я оценила дизайн. Так мило. Сверху лежит, ой, лежала, губка тонкая-тонкая для того, чтобы не повредить сережки. И здесь у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь комплектов. Ого! Очень красивые. Прям обалденные гвоздики на любой вкус, вот на любой случай жизни. Трое из них с серебристым акцентом, то есть под серебро сделано. А нижние все под золото. То есть, ну и вот они разные, все прям, ну здорово, слушайте. Прям очень оригинально. Я вот такие вот коронки себе хотела, как короны сделаны. Жемчужинки мне очень нравятся. И вот такие круглые кристаллы. Слушайте, вот этот оригинальный очень. Как просто железочка и стразик сверху. Ну, прям классно. Супер, супер. Ну, ладно, я думаю, ей понравится. Упакую все потом назад, обратно, аккуратненько завяжу бантик. И осталось у нас в коробке, еще я заказала наборчик. Для того, чтобы подарки делать. Набор, который в него входит каталог. Такой каталог. Помада в целлофане таком большом. Пробник помады. Пробник крема Novage для глаз. Это Ultimate Lift. И
Правда? Нет, подождите. Да, Ultimate Lead. И два пробника новых ароматов. Эклат Амур, Эклат Тужур. Мужской и женский. Посмотрите, красиво очень упакованы. Я просто их подарю клиентам. Как раз мне сейчас заказы будут относить и ввожу туда всем разные пробники. А я, знаете, еще как делаю? Фишечка. Если я несу клиентке, которая работает в организации, заказ, я стараюсь положить пробник нового аромата и говорю, дайте девчонкам понюхать тоже. Новинка, может быть, кому-то понравится. То есть сразу, как знаете, на расширение, чтобы еще захватить кого-то. Потому что, как правило, люди любят заказывать, когда они могут подержать в руках, понюхать, потестировать, послушать историю, какое-то впечатление от человека, который это уже попробовал и получил результат, желательно со знаком плюс. Вот, в общем-то, секретов немного. Самое главное, нужно относиться к людям так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам. И тогда у вас не будет отбоя от клиентов, от заказов. И как минимум в премьер-клубе вы всегда будете. Окей? Если у вас есть ко мне вопросы, пишите в комментариях под видео. Если вопросы к коту, то я не знаю, у него неприемный день, отвернулся от нас. Вот. И я хочу вам пожелать успехов, классного каталога. Он здорово, что он такой длинный, у нас больше возможностей расширить свою клиентскую базу, сделать больше ББ, чтобы получить больше денег. И хорошего, позитивного вам всем настроения. Всего доброго вам, пока-пока!